Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Между Таней Мусульбес и Никитой Шалюковым возникла взаимная симпатия. Никита устроил для нее романтический ужин. На Сейшельской площадке произошла очередная драка между Виталием Малышевым и Гариком Рагимовым. Причем сцепиться парни успели целых два раза. Виталику придется лечить разбитый нос, а агрессивный Рагимов может вылететь за ворота. На остров хотят вернуться Рома Гриценко с Лизой Триандафилиди и Захар Саленко с Лерой Фрост. Ребята просят голосовать за них. Майя Донцова зря переживала из-за прихода на проект бывшей девушки Алексея Купина Карины Куприковой. Алексей не дает никакого повода для ревности, да и Карина не собирается отбивать его. «К бывшим парнишам я ничего не испытываю», – пишет она. «Ничего и никогда, хоть я и похожа на ведьму». Алексей объяснил, почему он запрещает Майе общаться с Машей Кахно. «Маша лезет в наши отношения», – пишет он. «Она употребляет матерные слова в мой адрес, подговаривает мою девушку расстаться со мной». Дима Талыбов обратил внимание на Настю Датюкову. Ребята уже целовались. Оля Ветер рассказала журналистам о том, как ее кинули с квартирой. Девушка до сих пор вынуждена жить в съемном жилье, потому что дом, где находится призовая квартира, до сих пор не построен. Пока даже неизвестно, когда это случится. А та квартира, где Ольга в свое время побывала и пофотографировалась, является всего лишь демонстрационным образцом. В сеть попала очередная порция фото Вики Бонни без прикрас. Снимки подтверждают то, что Вика в Инстаграм и в реальной жизни – это совсем два разных человека. В обычной жизни у нее нет ни пышных ягодиц, ни осиной талии, и морщины выдают ее реальный возраст. Ксения Бородина находится в Китае, она очень восторженно отзывается об этой стране. «Прилечу в Москву», – пишет она, – «и буду уговаривать мужа переезжать в Китай. Я завидую тем моим друзьям, которые сюда переехали. Мне тоже хочется этой расслабленности, душевного спокойствия и кайфа от жизни». Кристина Дерябина хочет увеличить в очередной раз грудь, но ей не разрешает ее парень, говорит, что его все устраивает, а также врачи запретили ей это делать из-за искривления грудной клетки. Алиана Устиненко продемонстрировала, какие чудеса творит ее визажист. Римма Пинжиева организовала сбор средств. «Я выставляю номера моих карт для тех, кто хотел или захочет поздравить меня с днем рождения. Я никого не обязываю, не принуждаю, это дело лично каждого». Катя Токарева и Юра Слободян возмущены лживой статьей, которая вышла про них в журнале «Дом-2». Журналисты не предоставили никаких фактов и доказательств и выставили их лгунами. То, что ребята живут в квартире родителей, не работают, не заводят детей, потому что их не на что будет кормить. Все это лживая информация от Антона Бекужева. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.